это городской парк. Здесь дом музыки находится, и в летнее время здесь проходят венские балы. Венский музыкальный дом. Вот смотрите, Штраус прямо, видите? Да. Вот золотой Штраус. Уже проехали, да. А вот это вот здание, которое с левой стороны с зелеными двумя башенками, это не что иное, как Венская малая опера. Здесь проходит